К другим новостям. Свое 95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны жительница поселка Малаховка Нина Матвеевна Кудряшова. В свой день рождения именинница принимала поздравления от главы городского округа Владимира Ружицкого. Нина Матвеевна работала медсестрой в 6 километрах от передовой в Беларуси. Героически прошла всю войну, а осенью 45-го вернулась с фронта. И вот в свой 95-й день рождения она говорит о вечном, о ценностях, с которыми каждому нужно идти по жизни. Надо всем делать добро. Всем делать добро, не зависеть никому, чтобы зависти не было. Все было, чтобы нормально. Вот сколько я живу, ни с кем никогда не поссорилась и не завидую никому. Нина Матвеевна многодетная мама. У нее 3 детей, которые считают ее самым лучшим человеком на земле. Я считаю, что это такой человек очень редкий. Вообще просто редкий, потому что самая главная ее особенность и отличительные черты – это то, что она несет людям добро. То есть она мало думает о себе, она думает о людях. Несмотря на свой возраст, именинница решила жить самостоятельно. Конечно, не без помощи детей, но им из-за работы не всегда удобно ее навещать. Для создания более комфортных условий Владимир Ружицкий распорядился, чтобы все вопросы именинницы были на особом контроле. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.